Добрый день, дорогие друзья. Начинаем следующую часть сборки. Вот. Прошу прощения за долгий невыход. Вот. Были на то явные причины, почему я не снимал видео. Вот. Ну, в общем, за это время я успел немножко поработать над самим Барком. Крузенштерн. Вот. А в общем, что мы проделали? Смотрите. Первым делом вот позиция номер 5. Я здесь все детали вырезал, какие нужны. Разметил их каждую, чтобы их уже, грубо говоря, восстанавливать на свои места. Вот. И за это время еще успел сделать следующее. Во-первых, покрасил вторую часть. Теперь у нас с двух сторон идет с белой покраской. И попробовал вот здесь сделать вот 3-0 кисточкой. Кантик, как он называется еще. Вот. Нифига мне не получилось. Буду пробовать все-таки масками делать. Вот. Так что вот такие пироги. Сегодня мы с вами приклеим те запчасти, которые я уже отделил. Вот. С вами вместе. Вот. G55. Ну что ж, поехали. Так, сейчас, секунду. Все видно, все нормально. Да, и некоторые детали еще не совсем до конца прокрасил. Например, вот эти вот кнехты, они мне просто покрашены в черный цвет. Потом я их буду уже на самой модели докрашивать белыми цветами. Ну, сейчас мы просто это... Почему я так сделал? Решил идти пошагово. Для того, чтобы... Ну, меньше тратить времени на видео, когда вот снимаешь с ледника, там, зачищаешь. Тут уже, грубо говоря, видно саму сборку, где чего, как человек делает. Понимаю вас, мне не разойдутся, вы скажете то, что... Кто-то скажет, что нет, я хочу видеть, как ты все снимаешь, как ты все красишь и так далее. Ну, поверьте, если мы будем снимать так все. Досконально. Это ой, какой будет долгострой. Так, теперь у нас нужен G41. G41. Уже говорят, у меня пока вот ребенок болел, пока его лечили, скажем так, вместе с женой. Потихоньку там сел, одну отделил деталь, вторую отделил деталь.
Так, это мы приклеим вот сюда. Здесь пока ничего страшного, скажем так, есть некие недочеты в краске. Но это я все еще буду корректировать. Так, далее. Так, далее нам потребуется пинцет. Видео сегодня будет не совсем длинное, даже может быть в два видео минут по 10 умещусь спокойненько. Вот. Так, ну что ж, это мы приклеили. Ставим пока G74. Такие маленькие-маленькие-маленькие детальки. Ну, когда уровень рукожопости 80-й. Так. ДТП. И
Есть, мы это сделали. Да. Скрипя сердце, но мы это сделали. Давайте G73 приделаем. Наконец-то. Ну, эти штуки они еще будут. Будут еще встречаться. Да-да. Так, ну что ж, нам осталось еще пара деталей, по сути. Остальные детали придется красить. Так, ну что ж, ехали. Вот 2А нам нужно поклеить. 2А мы клеим вот сюда. Дальше нужно приклеить домик вот этот. Так, ну что ж, нет, мы еще не закончили. Здесь у нас еще есть вот такие вот две позиции.
секунду. Так, ну что ж, дорогие друзья, у нас получается, что мы уже собрали пятую позицию полностью. Помимо всего этого, здесь мы собрали вот эти вот позицию 6b. Я собрал позицию 6b, 6c и 6a. Так, ну что ж, смотрите, у нас в пятом пункте 6, ничего это не фигурирует. Вот, также я собрал позицию 7. Вот у меня получилось. Пожалуйста. Она будет, так я так понимаю, что ставится вот сюда. Также я здесь уже здесь не ее уже задул. Сделал декаль на нее. Вот. А почему-то не совсем плотно садится. Ну что ж, давайте тогда она будет у нас в позиции номер 9. Нужно будет ее ставить. Давайте сейчас все приклеим. Только она уже будет стоять. Чтобы уже не думалось ничего. Ну вот и все. Теперь на задней части готово. Вот. И еще вот я сделал эти вот, которые я уже говорил. Вот. Их нужно будет ставить одну вот сюда. Сюда вот. Так. И вторую нужно будет ставить. Вот здесь вот спереди. Мы сейчас это можем сделать, нам ничего не мешает. А наоборот, мы потом просто возьмем и нужно будет меньше делать. Так, ну что ж, заодно давайте посмотрим 6C у нас где фигурирует, чтобы можно было тоже так же. 6C. Ага. 1, 2. Так, подождите, надо же их 3. Странно. Ага. В шестом пункте нам нужно будет его ставить вот сюда. Не совсем помню, что это значит, но что это за штуки, там, не знаю, не турачки. Они по-другому называются. Ну, лучше, скажем так, не скажу, чем буду врать. Угу. Так, ну что ж, со всеми запчастями
Нет, у нас еще осталась одна запчасть 2А. Давайте тоже узнаем, куда можно присобачить, где она должна стоять. Опять-таки не нахожу. Странно. Смотрите, она должна стоять в носу, в корме, ну и по состоянию отверстий, я думаю, что она должна стоять вот здесь. Давайте поставим, пускай она там стоит уже. Да, еще вот смотрите, на баке сделал обводку, покрасил. Вот. Ну что ж, на сегодня мы тогда это видео закончим. Дальше я буду через аэрограф задувать. Здесь я уже собрал восьмую, вот она, 9С собрал, 9А, это все будет останавливаться вот здесь вот, на головной палубе, на верхней палубе точнее. Вот. Сегодня мы закончили делать пятую, на пятом пункте остановились. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому не нравится. Как бы, ну, не запрещаю, наоборот, только приветствую. Но единственное, что прошу, не только ставить дизлайк, но и писать, что же не так в моем видео. Чем же я вам не угодил. Вот. И напоследок давайте положим начало следующему пункту. Приклеим вот сюда вот G6. А потом покрасим. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам вся эта данная сборка понравится. Вот. Подписывайтесь на наш канал. На мой канал тоже подписывайтесь. Заходите ко мне. Потому что в дальнейшем, я так думаю, что помимо Крузенштерна я буду еще делать другие модели. Но уже буду записывать их на свой канал. Вот. Будем совершенствоваться. Как говорится, совершенствования нет предела. Всего доброго, до свидания.